Всем приветики! Вот так вот обновляется Android на Xiaomi. И в этот момент его нельзя ни выключать, ни перезагружать. Иначе вы рискуете тем, что ваш телефон может больше никогда не включиться. Оно вот сейчас так и пишет, что если перезагрузить его или попытаться это сделать, то можно лишиться телефона, как бы. Он просто перестанет работать. Вот. На этом все. Всем пока. Давай.